Нас 10 тысяч. Это просто какие-то колоссальные цифры. Да, на прошлой неделе мой канал «Английский для души» отметил наконец-таки свой первый пятизначный юбилей в 10 тысяч. И поэтому сегодня мне хочется немножечко отойти от английского, от обучения и сделать видео, которое мне более важно. Это видео благодарности. Вообще, конечно, очень трепетно думать про весь этот путь. В принципе, про июль, потому что июль как-то насыщен событиями. Мало того, что каналу исполнилось 4 года. Это вообще что? Так еще и плюс ко всему 10 тысяч подписчиков, это вообще что? И на данный момент записи видео на канале больше 950 тысяч просмотров, то есть почти что миллион. Это вообще что? Друзья, это просто какие-то невероятные цифры, это какие-то невероятные достижения, поэтому мне искренне от всей души хочется поблагодарить каждого, кто участвовал в развитии, в продвижении, в интересе к моему каналу и, в принципе, в его жизни. Хочется поблагодарить свою семью, своего мужа, который постоянно выражает мне поддержку во всем, что я делаю, даже несмотря на то, что он не понимает русский, но все равно поддерживает мой канал. Маму, которая гордится тем, что я делаю. Брата, который постоянно следит за развитием канала и, возможно, даже радуется больше моим достижениям, чем я сама. Но отдельно мне хочется выразить благодарность своей лучшей подруге, которая мало того, что постоянно меня поддерживает всеми возможными способами и всеми возможными эмоциями, так еще и плюс ко всему сыграла огромнейшую роль просто в жизни этого канала, в создании этого канала, потому что если бы не она, вот этого всего, что вы сейчас видите, просто не существовало бы. Именно она посадила семечко этой идеи в мою голову, поэтому ей хочу выделить отдельное спасибо. Но, друзья, самую большую, самую сердечную, душевную благодарность мне хочется выразить сердцу, душе, мозгу, жизни моего канала — это вам. Я хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, каждому подписчику, тем, кто со мной уже очень-очень давно, тем, кто со мной уже с самого начала. Если кто-то еще видел канал под названием Grammar Can Be Easy, Old School, тем, кто только недавно присоединился к моему каналу и только-только начинает совместное обучение английскому языку. Я хочу сказать спасибо за каждый просмотр, за каждый лайк, за каждый дизлайк, за каждый комментарий, который вы оставляете. Больше всего, конечно же, они положительные. Это комментарии благодарности, это комментарии поддержки, которые просто греют мою душу. Ребят, вы даже не представляете как. Наверное, даже больше, чем все цифры, всевозможные цифры на Ютубе. Ну и в частности, конечно же, комментарии и хейтерские, конечно же. Чаще всего они бывают такие смешного плана. Но, честно, были и такие комментарии, которые помогли мне очень многому научиться, которые давали искреннюю конструктивную критику, которые помогли мне пересмотреть мои подходы в создании видео, в обучении, которые помогли мне улучшить этот канал. Поэтому всем-всем-всем-всем-всем вам, друзья, огромнейшее спасибо. Благодаря вам этот канал существует, благодаря вам этот канал развился, благодаря вам бренд «Английский для души» развивается и переходит на новые платформы, на Дзен, на Телеграм, на Бусти. Я думаю, каждый из вас там уже присутствует. А если нет, друзья, конечно же, подписывайтесь, подписывайтесь. На Телеграме там вообще другого рода контент, так что будет очень интересно. Благодаря вам у меня появлялось все больше и больше идей по созданию контента. На канале было очень много рубрик. Была рубрика «Практик», я помню. Я преподавала грамматику различными способами и сидя, и у доски стоя, и на компьютере. Разбирала различного рода лексику, давала много советов, пробовала разбирать песни. В общем, много-много всего было. Сейчас у нас рубрика «Английский по статьям», и я очень рада видеть, что вам она нравится, она приживается на канале. И, друзья, я надеюсь, что в дальнейшем мы с вами найдем еще больше способов, еще больше методов, рубрик, как мы можем изучать английский язык. Поэтому, друзья, еще раз огромнейшее вам спасибо за то, что вы помогаете жить этому каналу. Огромнейшее спасибо, что вы даже смотрите это видео. Вы просто золотые люди. Надеюсь, что мой канал будет продолжать процветать, будет продолжать совершенствоваться. И я надеюсь, что в следующий раз я буду записывать благодарственное видео уже на 100 тысяч подписчиков.